Всем привет! Короче говоря, сегодня у нас ролик с испытаниями. Старушка наша совсем состарилась, Гася. Она уже еле ходит. Гася, покажи, как ты ходишь. О, монетку нашел. Вот, она уже ходит потихонечку, подхрамывает уже. То есть на длительные прогулки ее уже никак не возьмешь. Почему? Потому что мы уходим и на 5, и на 10, и на 15 километров. Бывает и дальше. Гафис уже не может с нами проделывать этот путь, и поэтому сейчас мы придумали такую идею — приучить ее к телеге. Она побаивается лошади, телега для нее страшна, но мы попробуем ее приучить, чтобы можно было выезжать на телеге с лошади и брать с собой стариков. Это первая сейчас наша постаревшая, которая уже не может нас сопровождать на длительных прогулках. Я думаю, будут и остальные, поэтому мы решили проверить этот вариант, чтобы собаки постепенно, которые будут стареть, могли все равно стоять в строю и ездить с нами на прогулки. Они как бы заслужили это. Гася, иди одевать ошейник будем. Гафечка, иди ко мне. Иди, ошейник будем одевать, иди сюда. Иди, ой, ты умница, молодец, все. Вот эта собака 10 лет ровно. Не отработала, а в прямом смысле слова отпахала. По-другому не скажешь, просто отпахала. Зимой и летом стояла на колхозке и собирала средства для строительства этого приюта, для как бы кормления, лечения животных. Ну, в общем, на все, что нужно. Да, Гасечка? Ты славно поработала. Покажи, какие у тебя зубки старые. О, какой зуб один. Он совсем уже, он искривился, он совсем... Шатается уже. Ну, шатать не будем. Все, ты будешь сейчас с Настей на поводке. Вот. Да, чтобы ты не спрыгнула и не побилась. Так, сейчас будем Натаху выводить. Давай, Наташка, открывай. Молодец, все, хорошая девочка. Ушки закрывай. Носики. Пристегиваем, стой. Вот так. Гася, иди ко мне, поедем. Вот. Настя, прыгай сюда, еще Гася сидеть. И садись крепко, держись крепко. И Гасю держи, чтобы... Гась, ты так поедешь? Да, скажи так. Ну ты королева жизни. А сам потихонечку, сказать, Саня, прыгай тоже. Ты королева жизни. Высаживайся куда-нибудь, Саня, прыгай. Пенсии. Я трезвый, но прав у меня нету. Вот так? Ой, Гася молодец. Что, поедем по дороге? Гася? Наташка, Наташка, кстати, тоже давно не разъезжена. Ну, простояла зиму, мы только начали на ней потихоньку выезжать, чтобы размялась она потихоньку. Сейчас проверю, тормоза есть? Стоять! Стой! Тррррр! Стоять! Стоять. Молодец, Наташа, хорошо, молодец. Пошла. Ай, умница, молодец. Хорошо, работают тормоза.
Ой, умница, я тоже так могу. Я сказал, все, не страшно, лай, умница. Все, хорошая девочка, молодец. Гася на диване едет, да, Гась? Молодец, Гавчика, умница, хорошая девочка. Оп. Давай, пошла. Пошла. Вот так. Пошла, 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 пошла. Машины по этой, по правой стороне еду, да? То у меня прав-то нету. Я просто еду и все. Блин, машина едет. Объедет, ничего страшного. Да, но я не знаю, как Наташка к этому отнесется. Полетаем. Не гасю, держите, самое главное. Гасю с собой возьму. Молодец, Наташка, хорошо, молодец. Карантин, который мы заслужили. Да, карантин, который мы заслужили. До свидания, Саша. Гася, не бойся, это телега. Гулять пойдем? Пошли гулять. Гафи, ко мне. Ко мне, Гафи. Сейчас, держи ее за поводок просто. Гася, иди ко мне. Гася, дай мне лапку, иди ко мне. О, пускай вот так в свободе сидит. То есть вот ей надо привыкать. Все, место, молодец, хорошо. Ай, гладить буду, молодец, все, место, хорошо. Ты молодец, собака хорошая. Да, ай, ну так будешь ее ждать, хорошо. Хорошо. Да, Настя рядом, все. Вот так вот собаки выходят на заслуженную пенсию. 10 лет отработать и зимой, и летом, и дождик, и по-разному бывало. Но что делать? Возраст, мы не молодеем и стареем, как вот сказать. Наташка Намарина. Вот. Последний раз мы пошли, и я уже понял, что больше прогулок нам не видать таких длительных, как раньше. То есть она уже не может долго ходить. А оставить дома, всем уйти, ее не взять, мне как бы не то, что совесть не позволит, а... Ну, я буду думать всю дорогу про меня, про нее, что дома оставили. Настроения гулять никакого не получится. Поэтому проще ее взять с собой таким образом. Все. И мне легче идти, и с собой что-нибудь взять еще можно затариться. И старики на месте будут, да, Гася? Ой, молодец, умница. Эй, Наташка, одуванчики хочешь? Пошли. Она одуванчики любит капитально. О, подожди, дай-ка я пару одуванчиков оторву. Стоять. Тррр, Натаха. Первые одуванчики все для тебя, зайка, сейчас. Одуванчики, простите, но Наташка всю зиму стояла. Будешь ты такие? Смотри, какие вкусные, свеженькие. Не... Ага, они так и не ест одуванчики. Короче, она не ест одуванчики. Это не одуванчики, это мать и мачеха. Давай. Подруга. Вот это я понимаю, приютский транспортная техника. Да. Но я еще не знаю, если сильный ветер тебе навстречу, она одновременно в туалет по-маленькому захотела, например. Я не думаю, она будет спрыгивать. Давай-ка, Натаха Дамарина, давай. Теперь поводочек не надо тебе одевать, все? Ты поняла, в чем смысл?
Я ж тебе в прошлый раз так предлагал сделать, а ты сиганула, ну, чуть не убилась, ну, теперь на поводке сидишь. Знаете, как здорово? И гуляешь, и жопа едет, да? Хорошо. Едет попочка? Молодец, хорошо. Ну вот. Стоять. Стой. Травки тут нет пока зеленой. Так, пощипли. Держи, Настя, я гафечку. Гася, давай, крючок. Все, иди ко мне гулять на улицу, пошли. Все, иди попищаешь. Иди сюда, все. Гася, все, пойдем гулять. Гася, ко мне гулять. Все, пойдем. Ты, если что, просто потяни. Я понимаю, если что, я жду. Иди, попроси. Молодец, гафечка. Все, гуляй. Ай, умница, молодец. Молодец, Наташка, хорошо, умница. Ой, моя собака какая хорошая. Наташка. Гася, как ты, довольна жизнью? Вот. И вот так мы будем приезжать и гулять. Я буду с металлодетектором лазить. Вот. А вы тут будете вокруг бегать и отдыхать, и загорать. Потом чик назад. Ну, Наташку придется на кол привязывать, на цепь. Она себе траву ест, мы себе гуляем. Настя, ты поехала? Ты не забыла, как тормозить? Эксперимент, в принципе, удался. Сейчас мы гафечку назад транспортируем на лошадку и поедем домой. И вот так вот теперь наши старики будут продолжать гулять в команде и не будут оставлены, не будут сидеть и дожидаться прогулки. У меня в голове будет все нормально. Я не буду про них думать. Наташка! Ко мне, Наташка! Наташка! Ко мне! О! Смотри-ка ты! Стой, Натаха, хорош! Стой! Молодец, Наташка, хорошо! Гася, не бойся! Не бойся, Гася! Ай, умница, не бойся! Иди лошадь понюхай, иди сюда! Гася, иди ко мне, бабусь! Иди, во какая собака большая, видишь? Гася, ну, она тебя возить будет, вот. Наташка умница. Сейчас приедет Наташка, овса дам, сахару дам. Молодец. Ну что, поедем назад? Все, погуляла. Ну, видишь, она как походит. Обрати внимание, как у нее лапки. Наташка, ты что делаешь? Хотела мне Гасю укусить, прикинь. Ты что делаешь? Нельзя, Наташка. Кто кусает? Нельзя. Гася, иди, не бойся. Хотела кусануть ее, прикинь. Все, Гася, поехали, погуляли, поехали домой, поехали. Гася, ко мне, иди сюда. А, все, поедем, молодец. Тебе чуть лошадь не съела, Гаська. Я потом сюда лесенку такую сделаю, чтобы чик можно было... Гася, все, садись. Чтобы можно было разложить ступенечки такие. Чик, собака сама старенькая залезла и поехали, правильно? Все, Гася, сейчас поедем. Ой, лапку. Я тебе что, сел? Ой. Оп, я чуть-чуть в сторону отодвинул, потому что... Ты видел, как он прыгнул, да? Молодец.
Гася приехала. Да, Гася? Гафечка. Все, ты приехала, зайка, молодец. Давай, иди ко мне, иди сюда. Гася, иди ко мне, Гася. Ко мне, иди сюда. Все, иди. Гафи, ко мне. Гафи, не прыгай. Упадешь, разобьешься еще. Молодец, все, вот так. Все, Гася приехала, молодец, все. Ай, молодец, все, хорошая собака. Сейчас домой ее заведу. Все, Гася, вперед. Все. Рассказывай, где ты была, куда ездила. Да, молодец, хорошо. Все было здорово.